осваивать новый репертуар, совершенно новый во всех смыслах этого слова. И я как педагог тоже их поддерживаю в этом. И хочу, чтобы люди стали слушать музыку, которую слушают крайне редко. Не побоюсь сказать, что некоторые сочинения возможно будут слышать в первый раз. Какие-то, возможно, кто-то слышал, но в небольшом количестве. Сегодня вы услышите огромное количество премьер, которые состоятся в этом зале. Потому что работаю здесь 30 лет, я эти сочинения в этих стенах не слышала никогда. Я очень коротко просто назову, что это будет. Значит, вы услышите такого композитора, как Уильям Георг. Девочка, которая будет на сцену, я прошу не аплодировать между циклами, да, потому что трудно, дети маленькие, у нее будет 6 лет в программе, вы все увидите, не буду ее начислять. Затем вы услышите совершенно замечательное сочинение, цикл Владимира Рерихова «Игрушки на елке». Это совершенно фантастическая музыка, она фантастическая в смысле краски, в смысле звука, в смысле того, как она доходит до сердца слушателей. Вообще сочинение совершенно оригинальное и очень-очень редко играет на детьми. Что очень жаль. Я думаю, что вы со мной согласитесь, когда вы это послушаете. Здесь тоже будет группа пьес, которая желательно без аплодисментов, что покажет. Дальше в нашем концерте вы опять услышите «Милого мужа» из другого цикла, другую музыку. Вы услышите сегодня в концерте два совершенно невероятных по красоте и по разнообразию сочинения Станислава Манюшина. Человек, о котором, наверное, надо рассказывать все, кто имеет отношение к музыке, я его безусловно знаю, но не уверена, что он его слышал. Затем в нашем концерте сегодня прозвучит еще одна премьера. Вы услышите сочинение Рамо Годовского, которое здесь звучит очень редко. Кто-то наверняка слышал это сочинение, известно, но здесь будет участник первый ремеш. И вот замечательный совершенно сочинения, которые вы услышите, такие как, например, концерт «Гербовое Марчелло», если вы услышите вторую часть, которую сделали программы. Вот такие примеры сегодня вас ждут. Поэтому я желаю вам хорошего вечера,
Thank you.
Thank you.